Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, мы сейчас проводим такое мероприятие, называется «Массажные вечеринки». У нас каждое воскресенье, это проходит каждое воскресенье, новый мастер-класс, какое-то новое знание, новые виды бесконечное количество вот этих вот разнообразных практик мы проходим, да? И Галина Кузьмина у нас представляет, следующее наше занятие будет называться как? «Массаж открытия сердца». Открытие сердца. Это связано, я могу предугадать, с энергетикой, с какими-то, может быть, чакрами. Чакра, конечно, это основной элемент, анахата. Сердечный, да. И, конечно же, планировалось то, что у нас скоро будет Пасха, да, это, по-моему, даже это не следующий, как раз, когда мы планируем. Сейчас я посчитаю, наверное, нет. Ну, сам массаж, он дает. Какой результат? Мы начинаем жить сердцем. Сейчас такое время, мы в большей степени включаем голову. И когда мы начинаем чувствовать свое сердце, биение сердца, это как биение жизни, да, как в нашем сердце она отдается с каждым стуком. И это возможность любить, возможность влюбляться, возможность дарить любовь и чувствовать сердце. Ну, здесь можно бесконечно говорить. И мы в этой технике мы работаем с областью спины, мы работаем с областью груди, открываем эту зону и обязательно работаем с руками. Руки – это крылья любви. И в этом массаже они разблокируются, когда мы очень-очень глубоко и мощно прорабатываем всю эту, скажем так, систему. То есть это локальная древняя техника такая, да? Да. На самом деле она очень глубокая. И вообще все мои техники, они глубокие. А эта техника, она болезненная, и ну, не все ее переживают легко, скажем так. К сожалению, к счастью. Но есть такой момент, если человек принимает боль, она в секунду уходит. Но здесь боль и защита у всех людей. И через преодоление боли идет раскрытие дальше. Да? Здесь через принятие боли, не преодоление. Принятие и отпускание. Потому что что такое боль? Боль – это то, что мы закрыли когда-то свое сердце, не позволяя любить. Когда-то все мы проживали боль, когда мы влюбились в нас, ну, какие-то разочарования получили. И мы закрываем свое сердце. Закрываем свое сердце и не замечая, насколько мы становимся далеки от любви, от чувств. В этот момент мы даже не можем притянуть партнера, потому что у нас есть страхи, и мы фоним этими страхами. Эта техника, она помогает как раз убрать все это. И если мы позволяем отпустить, вот я работала индивидуально с этой техникой, со многими людьми, когда открывала сердце. Есть люди, которые в секунду, а если они чувствуют адскую боль, когда говоришь, просто отпусти, человек отпускает, думает, куда ушла, вот сюда подави, вот сюда, уже боли нет. И на самом деле сердце тоже начинает жить. Это больше называется психосоматическое, да, зависимость на теле. Да. Слушай, потрясающе, то есть выходят все вот эти вот блоки, вот эти все какие-то зависимости, да, человек. Не у всех и всегда человек, если готов отпустить, это происходит. Ну или, по крайней мере, не с первого раза, да? Да. Слушай, ну потрясающе, мне понравилось, это очень так локально будет, да, вот эта вот область у нас массироваться. И тем более, я считаю, в преддверии весны это вообще нужно всем, все хотят любить и быть любимыми, да? Особенно а чтобы быть перед любимыми, Пасхой надо. Мы такой праздник, когда именно скрывается сердце. И если мы еще позволим снять все зажимы с этой зоны, да, то, мне кажется, вообще будет просто взлет. Да, да, будет класс. Поэтому я вас благодарю, будем проводить дальше эти мероприятия, и вы подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь внизу, ищите под этим видео информацию, где и когда это будет происходить, записывайтесь в нашу группу ВКонтакте, называется «Массажные вечеринки». Так что увидимся в следующий раз, до новых встреч!